Cieka. Сейчас идем это кинотеатр Беларусь. Школа красоты, дом моды. Все остальное. Это улица Белорусская Кабана. Дальше Кирварийская. Иди, иди, пошли, 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 моя хорошая. Идем, идем, не сюда, 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 нам сюда, вниз. Сюда, не бойся. Не бойся. Никто тебя веником бить не будет. Были у ветеринарного доктора. Вот. Оказывается, наша собачка, вот эта красавица, подзалетела. Нам туда, жади. Нам метро не надо. Хочет метро покататься. Сюда, сюда, на выход. Сюда нам. Вот, прямо кинотеатр «Беларусь». Так что собачка подзалетела, делали УЗИ, вроде как 4 щеночка уже есть. Через полтора месяца будем рожать и будем искать, кому бы их бесплатно отдать. Возможно, и даже красовые будут половина, а половина у папы будут какие-то тоже маленькие, домашние, но рыжие и волосатые. Вот она ходит, беременная, стала кушать плохо. Токсикоз у нее уже, наверное, сказал доктор. Жади, дрожит часто, капризничает, как и женщины все, когда в положении. Вот красивое здание, небо голубое. А на земле собачка. Сегодня снег, утром все было белое. Сзади пошли, сзади быстрее. Сзади. Красавица, пошли, 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 да. Национальная школа красоты. В Беларуси хватает красивых девочек. Мальчиков не знаю, но девочка хватает. Красивых и умненьких. Я шил костюм, был студентом, шил костюм, раза три на четыре на проверку ходил, на примерку, больше месяца шили, вроде рублей 80 стоил при стипендии 40, но неплохо пошили, красиво, по талию, двубортный, модно было. Вот эта улица Мельникайте. Пошли, 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 пошли. Побежали, побежали, побежали. Побежали.